Были бы люди ответственные, которые не кинут. И, допустим, я думаю, каждый бы там по 100 рублей, там, кто тысяч, кто там 10 тысяч. Так. Вот. Иди, ты иди к волку, я к этому. Пропустим диалоги сразу. Да, ребят, мы уже просто переигрываем из-за непредвиденной ситуации. Повторять одно и то же. Ну, здорово. Тем более вы сами все знаете. Так, все, я кого вспомнил от волка на спасение Шустрова. Не мои глаза. Так, Андрей, там что-то ж появилось, да? Да. Хорошо. Неплохо, неплохо. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет, все, побежали. Ваш хваленый клондайк. А кстати, на продажу нет ничего хорошего, нет. Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Кстати, насчет продажи. Надо аптечку купить. По аптечку хотя бы. Давай по аптечке купим. Давай, это и. И бинтов, хотя бы один бинт. Ну тут медикаменты очень дешево. Так не должно быть дешево стоить. Так, в продаже есть три аптечки. Тихо, Андрюха, тебя этот разработчик услышит, сделает там 1050 за аптеку и бинт. Вообще будет проблем. Ну прикинь, а вообще не купишь. Тут и расход, не забывай, медикаментов. Они постоянно требуются. Может быть и правильно. Чтобы проще играть было. Так, вот я одновременно купить не могу, пока ты не завершишь мне. Не хватает денег, так. А сколько он? 1060. А деньги нельзя скинуть друг другу, интересно. А у меня деньги нет. Пропали. Их же в инвентаре не покал. Ну, а кстати, а что мы с тобой купим? У меня 0 рублей вот. 0 рублей. Да. Ничего. Да у меня тоже. Не, курточку можно продать. А, нет, да. Без куртки совсем не вариант. Давай бежим вот за мной вперед, там будет ствол с тайником. Тогда я нашел два антирада и патроны. И патроны там 9х18, 100 штук заберем. 9х18? Да. 100 штук. Блин, это дорогие патроны, ладно. Не надо ни хера выдумывать, сложности какие-то. Нет, сложности нет. Сейчас этого спасу, этого Толика. Я сразу хотел хороший этот самый купить. Ствол, в смысле пистолет. А. Счетерить немного хотел. Так а что читерить? Спал мини лучше, наверное. Вот, Андрей, где я стою, видишь, вон на земле. Командир, там приторы какой-то слушается, шпнем. Ты говоришь, вертолет стрелял здесь? Отставить. Не хрен на мелочь безопасности. Нет, он со стрелял. Не должен. Но пусть живет. Не, слава богу, не стреляет. У нас, сказал, типа, отставить, как в оригинале. Нет, на такую мелочь, как мы, патроны тратить. Так, это твоя доля. Ну а что такую тайник упускать, правильно? Пригодится. Давай, ты так, этого спасай, я пойду
сразу к этим. А я ж его выручил уже, я его выручил. Да? Да, я есть... его спас, а только потом пошел к тайнику. Ну, чтобы время не терять. Мне уже кордон надоел, хочется выбраться отсюда. Дурацкий кордон, кордон этот. Дружище, не шелести особо. Вот если ты с разработчиком Андрей общаешься, ты вот сказал бы чуть-чуть выносливости больше добавить. Все-таки в оригинале меч делал гораздо быстрее. Система выносливости из оригинала и X-Ray мультиплеера. В этом плане она взята. Так, мы сейчас опять, получается, справа пойдем, только мне кажется, ты... Мужики, тут волк прислал нам подмогу. Нет, ты меня не так хвалайся. Давай, нет, в этот раз слева пойдем, хватит справа ходить. Ну это нормально, кстати. И в этот раз и прошлый раз нормально стреливал. Можно сверху. Отсюда. Все, все. Остальных. Ты конечно подорвал. С окна! Минус один. Один впереди, вот где они сидят по сюжету, где костер в той стороне. Прямо под нами. По лесенке поднимается. Слышишь? Разобрался. Еще okay. Где-то один. Один еще где-то. Они на улицу вышли. Один, по крайней мере. Херач их, пацаны! Минус на улице. Иди нашего подними. Еще сидеть или уже можно уходить? Сейчас пойдем, полутаемся. Угу. Тебя кто-то там опередил между телом, между делом. Наверное, кто-то спасил меня. Зря, наверное, спасали нас. Вот такая черная неблагодарность. Так. Короче, сейчас флешку забираем и к Сидоровичу, да?
Вот сюда, тебе что-то из оружия надо? Так, мужик, чего ж там у тебя? Говорит, мужик? Ага. Ну, у меня 65 патронов. Что ему? Один антираз. Вон, еще одного пошел, залутал. Здорово. Хрен ему, я успел. Два энергетика, биопузырь забрал. А, так. Не успел уже. Новая версия вышла. Так, а что, где ее скачать? Там какие локации? Протестим. Мы сейчас уж тут это допроходим. Да, хотя бы что-то надо пройти. Там подземелье агропрома, да? Ой, очень хорошо, что ты зашел. Я тут один баг нашел. Я не знаю, ты как там, вот и хотелось бы, если бы ты как-то порешал. Раз ты тут уж. Я тебе покажу, смотри. Так, вот. Есть вот этот переход, вот этот туннель. Если туда пойти с флешкой и сдохнуть, то сюжетная линия стопорится. Как-то флешку сделать, чтобы она как-то привязывалась к персонажу, не пропадала. Было бы очень классно. Потому что если какой-нибудь дурак типа меня попрется с квестовым предметом, то все, прохождение руинится. Подземка. Во, отлично. Ну мы ее протестим. Вот сейчас мы дойдем до агропрома и потом эту подземку протестируем. Вот такой вот баг. Понял? В чем? Как-то. Есть ли какие-то костыли? Тебе, Коля, надо ружье? Но у меня патронов к нему нету. Я могу поделиться энергетиком с тобой, водкой. Не, у меня есть. Вот патроны, бери патроны. Я тебе выложу вот сюда в тайник. Антирад и аптека тебе нужна? Могу по одной штуке дать. Ты меня боднул. Блин. Ножом, кстати. Убери нож. Не дрейфь. Аптечка есть. На раз тебя вылечу. Подожди, Андрей, какой нож? Вот смотри, у меня болт в руке, вот. Своим болтом меня тыкнул. Как двусмысленно прозвучало. Вот это тоже, да? Что-то такое. Нормально. А ну еще раз, давай. Не надо, не подходи со своим болтом ко мне. Не, ну это баг какой-то. Бельта ты никак не... В игру ты бельтом даже ящики не разобьешь. Хотя в модах можно, я видел. Ты меня, видать, как ты меня толкнул. Да, неудачно. Извиняюсь. А, кстати... Андрей, я представляю себе, это на... Вот разработчик сейчас смотрит нас, да? Да. Вот если бы сейчас вот эта даже локация кордона была бы геймплей сделанной как в MLCC, я тебе честно скажу, мы бы серию 2, а то и 3 сделали бы для того, чтобы пройти только кордон. Я молчу там дальше. Перегибать-то тоже не надо. Еще скажи, что как, вот бы как в аномалии все было, да? Не, Андрей, какой аномалии? NLC7, вот разработчик слышит, он знает этот мод. NLC7 самый тяжелый по хардкору. Все вейт-плееров, аномалии и прочее. Тяжелый NLC7 только может быть наравне. Сталкер Ария ты как-то играл, помнишь там? А ту же систему навыков вначале выбираешь. Тоже в режиме выживания-то, помнишь? Вынник там, что такое. Это только с ним может сравняться. А аномалии там никаких сложностей нет. Нет, там ты сложности сам настраиваешь. Понимаешь? Ты имеешь в виду аномалии 1.5.2. Упс, вот это аномалии. Или другой какой-то. Или стимовские аномалии. Стимовский? Он что, отдельно в стиме есть? Нет, а я за этот аномалий думал, совершенно за другой. Не. Аномалий, который? Аномалий. Не игра, а аномалий зон. Ну, он совсем гораздо хардкорнее.
Там бы мы умирали с тобой. Вообще, на каждом шагу. Так, где есть? Так, мне патроны нужны вот эти. Вот видишь, пока мы тут с тобой запускались и выполняли, тут человек подземку агропрома доделал. Молодец. Это труд. Труд не маленький. Это мы-то отрубители там зашли, поиграли и вышли, да? А вот баг обнаружил, сейчас ты сказал ему. Ну, надо исправлять его, это уже работа. Да, конечно, это, извиняй, но я себе это куплю. Да бери, бери. Кстати, давай я тебе говорю, вот в аномалии, интересно, спам-меню, ну там дебаг есть. И система полета. Вот я могу залететь туда, с Сидоровичу, и ходить внутри него по бункеру. Могу себе даже базу там сделать. Я буду хабар свой хоронить у него, если захочу. Вот, смотри, смотри, что разработчик отвечает, говорит, что это его наилюбимый мод. NLC-SIM? Да. Ну тогда, а я даже не знаю, что у меня будет брать. Ну, в принципе, ПМС, патронов к нему хватает. Медицину бери. Да, ты прав, вот бунтов. У меня две аптеки, а вот... Четыре бинтика, ну ладно, еще аптечку. Вот все, это. И для ускорения через проводника, я через проводника сразу. Так, кстати, с Сидором поговори, что-то я забыл. Так, Сидор, ну выкладывай, что притащил. Вояки куда-то намылились. Знаю, слышал. Вот тот самый момент и настал. Короче, слушай сюда, из некоторых сведений стало ясно, что есть вариант открыть путь до центра. Ну, то, что было на флешке, Эдри, лишь малая часть информации. Есть вот один важный перец, лицам кричат. Надо будет тебе с ним потолковать. Бери своих аркаровцев и дуйте к нему. Дальше по обстановке. И через проводника сразу. Снарягу берите себе достойно, на прогулку идете. Ну и снарягу возьмем. Вы эти байки видишь? С тобой с кем разговариваешь? Ты мне тут не скулы, а дело делаешь. Ситуация тут серьезная, большие деньги на кону. Хорошо сделаем. Ну, не забудь Кузнецову привет передать. Это хорошо, что ты мне напомнил, это же квестовый диалог. И сейчас бы вот квест не активировался бы насчет Лиса. А Лис, он прав, это важный перец. Так, ты свой противогаз бери, потом через подвал, через проводника для ускорения. Пока с этим. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Так, пока там все собираешь, я сразу добегу. Пойду. Я чуть прохождение не завалил. Скипал. Ладно, вспомнил. Escape нажал, отменил диалог. Сейчас бы он меня застрелил бы и не пропускал бы. Пришлось бы через под землю проходить. Я на АТП перезвоню этого лобиса. Да, вот, просто к этому, к военному подходи. Я сейчас дойду до забора, сразу с ним поговоришь. Видишь, что кооперативно можно как ускорять процесс прохождения. Не, ну, это логично. Вот сталкеры... Вовсе не всегда не хватало, это система быстрого перемещения. Ну я, кстати, в аномалии она тоже есть, я от нее отказался. Ну вот прикинь, Андрей, ну вот ты играл в этот Тень Чернобыля, я играл. Давай, десятки тысяч людей играли. И уже, ну, по сто раз одни и те же движения делать, уже до тошноты. Не, ну это да, ну, я знаю, есть реально скучные локации. Ты думаешь, блин, ну капец, 300 лет переться. Ну вот, Кордон это как раз таки одна из скучных локаций. Не-не-не, я не согласен, темная лощина. Я предлагаю на это звание темная лощина. Согласен. Не, вполне лощина, это другое, а мы-то на этом, скажи, на кордоне сейчас. Ну понятно. Я тебе про мы стали говорить про скучные локации. Я вот вспомню самую скучную. Ну, темная лощина. Ну что, я когда начинал диалог с Кузнецовым. Да. Здесь проход посвящен, сталкеры. У меня есть некоторые новости для тебя. Сталкеры. На Ютубе работаю.
очевидно подразумевает нас двое. Кстати, надо вот этот момент заострить на этом. А если в соло к нему подойти, он будет как? Здесь проходит воспрещен сталкер? Или сталкеры, как сейчас? То есть вариация диалога есть тут? Да нет, диалог изначально прописан про то, что под то, что ты будешь с кем-то идти. Они все так прописаны. Ну это уже мод, потому что, правильно? Потому что в оригинале я иду один через мост. И он должен, ну, обращаться ко мне сталкера, не сталкер. Ладно. Ну да, мысли вслух, так-то все логично. Мы же вдвоем играем сейчас в коопе, он, естественно, говорит сталкер. Это все правильно. Просто это интересно. Мелочь, но. Так, у меня есть некоторые новости для тебя. Говори не пойми. Мы нашли его. Нет, я сразу к Сидору бегу. Ну, что с ним случилось? В общем, он уже до панели меня вообще не слышит. Никак не реагирует, сидит и все тут. Странно. Тут, короче, мысль одна. Точнее, рассказал мне тут один проходимец про эту аномалию. Все плохо, судя по всеми... Выбирай это положительный вариант, что мы поможем. Ну, само собой, конечно. Да-да, не то слово, хрень какая-то. В общем, это телепорт. Прыгнул я в одном месте, оказался в другом поле. Сказал, ну, обратиться к научникам с таким вопросом. Тут мы вряд ли что-то придумали. А, бедолага, конечно, но раз это не наш уровень, мы, может, пойдем, и второй, может, все-таки сможем помочь. Но мы с тобой, как благородные люди, по-братски, по-сталкерски, конечно, мы поможем. Может, кто-то из ваших что-то знает. Нас они не очень рады видеть будут. А ты свой человек, и тебя послушают и расскажут, что это такое и как с ним бороться. Ты там оставайся. Я когда поговорю через проводника, к тебе прыгну. Попробую что-нибудь узнать. Хорошо. Так. Там, постой там пока, покури сейчас. И, кстати, с ним тоже так говорить можно, но вот его балалайкам мне не нужны гитары. Так, а вот гранату? Гранату за пятерку, бери. И КПК, знал, зачем я хочу один взять? Ну, ты же помнишь по оригиналу, в баре, рядом со стойкой, есть человек, который нормальные деньги платит за КПК. Я не помню, сам Марнон или кто-то из них, то в самом баре с рентген. Мы до бара не дойдем сегодня. Ну, это да. Короче, зря его купил, что ли? Да, это повезло, что не выкинул, к примеру. Потому что купил КПК? Да, потому что раньше была такая тема, короче, у какого-то из МПС покупаешь КПК, нажимаешь на него, и все, и вылет. Отдыхаю где, нигде не работаю. 14 лет поработал, отдыхаю. Вот хотел бы завтра сказать, вот если вот разработчик данного прекрасного мода смотрит нас, вот сейчас он трансляцию смотрит, да? Вот, да, вроде смотрит. Вот, хотелось бы предложить одну интересную тему. Ну, допустим, вот мы играем в коопе. И сделать так, что вот, да, как Андрей правильно сказал, вот такой баг получился с флешкой. И вот что бы я еще добавил. Я бы добавил, вот нас двое, если из нас кто-то погибает, но чтобы квест мог продолжить, я мог перейти туда за мост дальше. И, естественно, мой товарищ возродится и перейти ко мне. Но чтобы у меня на всякий случай, ну, у кого-то из двоих, кто в двоих остается живым, кто-то из двоих остается живой, и чтобы у него было одно сохранение на одну локацию, чтобы, допустим, не мучиться, не перезаходить, вот это постоянно, не, а вот одна сохранка на одну локацию, я думаю, это справедливо было бы, тем более, если продвигаться дальше, бар уже сложность возрастет, я молчу за агропром и тем более за янтарь. Согласен, Андрей? Ты стой тут. Янтарь там будет просто очень тяжело, даже в оригинале. Даже в оригинале там, ну, мы же не спидранеры, там профессионалы, которые там за 10 минут пробегут всю эту игру. То есть на винтаре по-любому кто-то из нас погибнет, а скорее всего и два, если вот к будущему когда-то туда доберемся. Но было бы неплохо, по одной сохраночке на одной локации.
Так, на всякий случай. Это было бы круто. Во-первых, и баг какой-то, если вдруг можно откатиться, так сказать, бэкапчик с этого же места на сохраночку. То есть я думал, это было бы здорово. Знаешь, насчет этого надо будет думать, когда, знаешь, вся игра будет готова. А пока она не готова, не стоит на это распаляться. Потом, конечно, это было бы полезно. Это было бы полезно. Ладно, это кордон. А когда пойдут более серьезные локации, там без сохранок, малейшая ошибка и перевыбывать, а обратно идти с кордона. Не, почему? Ты не с кордона, ты будешь с того места, где ты возрождаешься. Не с самого кордона. Ну, хотя бы так, чтобы да, начинать, стартовать тогда уже с этой локации. Ну, как этот вариант продумал. Ну, как в этом, в MLC-7, кстати, там же сохранение у костров, там нету, ни через консоль сейф не работает, не так. И там ты вот сохраняешь, и костра сохраняются, и отдельно от этого сохранения делаешь бэкап. Мало ли что пойдет не так. Вот очень, кстати, полезная вещь. Так, там ты где, Андрей? Так, ты с вот этим военным поговорил, он пропускал? Нет, конечно. Поговори ты с ним сейчас, есть ли с ним диалог? Или тебе с Сидором надо разговаривать, я не понял. Почему у нас поговорить с Сидоровичем диалог? К Лису. А, все. То есть он нас пропустит, да. Вот разработчик говорит, все, можем бежать, все хорошо. Ну, отлично. Ну, попроще, чем... То есть что, нам в телепорт на мосту не надо прыгать? Не надо! Хватит, прыгнули уже один раз. Не, ну я-то, как ты помнишь, я отлично залетел. Прямо туда. Вот ты попал в вечную ловушку там, не мог уже выбраться. Я даже вышел с него каким-то образом. Так, погоди, ты где? К Лису? Я бегу. Нет, я бегу сейчас к Сидоровичу. Не надо, блин, к Сидоровичу. Сказали, что баганулся квест. Пойдем зомбаков завалим. Ты уже добежал? Судя по дистанции. Ты полпути пробежал. Я же говорю, что не надо. Все, он пропускает. Я вообще разработчику респект. Знаешь, почему эту игру тяжело приспособить к интернету? Я сужу по Fallout 76, в которую я играю, по Fallout 76. А давай, Fallout... за боками я тебе жду, помощь нужна. Сейчас, смотрю. Сейчас, секунду. А Fallout 76 сделан на основе четверки, четвертая часть. Это четверка, но в чем проблема? Друзья Fallout 4 заточены под сингл-плеер, то есть под одиночным прохождением. А Unreal Engine, там другие движки, они как бы более оптимизированы для сетевой игры, игра серия. И Stalker точно так же, он заточен под сингл-плеер. И вот поэтому, мне кажется, вот эти баги вылиты, вот это проблема из-за этого. Вот сама движка. Так, Андрей, а что, я могу проходить, что ли, безопасно? Да. Так, ну в спину никто не стреляет, это уже радует. А ты так кого? Так я к Лису, что ли, пойду? Ну, иди, я тут пока квест выполняю с зомбаками. Так что, Андрей, я думаю, вот эта проблема с вылетами и с вот этими квестами, это еще некоторая часть самого двигателя игры. Так как он не приспособлен изначально для игры по интернету. Блин, ты там долбишь? Да, зомбаков. А. По квесту? Да. А. Так, ну я к Лису иду. Уже рядом.
Вот теперь по квесту точно. Здорово, мужики. Блин! Почему такие жучи, сука? Ты что там, не тебя спасать не надо? Там, не надо. Ой! Блин, я лечусь. Ты много их? Штук 4, наверное. Прийти помочь? Да, можешь помочь. Помочь. Я пока еще не активировал диалог с этим. Кстати, в оригинале убил команду, если бы я так сделал. Блин, то... он по мне стрельнул. Дурак, что ли? Я ж тебе помогаю. А вот этот, который на КамАЗе стоит там. NPC. Да. Он дробью стреляет. У меня пару дробинок попало. Но тебя это не радует. Дробь там еще же, как говорится. Да, блин, как бьется не живут. Здоровье не предоставляет, правильно? Вот этот квест ночью, он еще труднее выполняется. Еще и не видно ничего. Блин, кабаны! Да вы что? Нахер ты нужен? Нужна помощь! Так, кабан минус. Так. О, еще один кабан. Так, кабан, уходи. Еще что ли остался? А вот я вижу, с тоннеля выходит. Парни, не расслабляемся! Вот это последний зомби, кстати, особо живучий какой-то был. Ну что, подождем еще для гарантии. Так, ты нам ничего не должен сказать? Возможно, еще не все. Можно передохнуть маленько. Да нет, я думаю, он это такой заскриптованный. Вряд ли от него что-то полезного. Это, блин, это я помню, я залазил как-то на этот КамАЗ. Давай ты, короче, блин, я херово из меня паркурщик. Я так и не смог это сделать. В прошлый раз как-то получилось. Не, Андрю, он молчит, короче. Вова всяднет, лунный сталкер. Здесь лучше с нами разговаривать. Вот. А тут все просто, Андрю, вот смотри. Вот. Ой, да ладно. Ну, нет. Ты с Лисом поговорил? Нет, я ж пошел тебе помогать. Ну ладно, сейчас иди поговори. О, тут закрыто, вокруг придется. Мне кажется, или аномалии стало меньше? Вот здесь. Помню? Люди там здесь были. Кстати, а ты шортс не делал? Ты помнишь, когда делали гитары там чуть ли не у каждого? Да, конечно. Делаем шорт. Конечно. Надо оглянуть. Я звук оттуда убрал, какую-то гитарную композицию нашел, добавил туда. Нормально. Че, может, из металлики тебе там, из металлики не поставить. Или тут полутить со своими грёбаными авторскими правами. Не, кстати, для шортсов это пофигу. Да? Смотри, шортс как работает. Если ты просто шортс без со своей дорожкой, то ты получаешь, грубо говоря, 100% доходов. Если ты добавляешь какую-то музыку, то тебе получается уже из твоей доли вычитается за авторское право. То есть ты получаешь процентов 25 дохода теоретического. Андрей, я начну диалог с Лисом. Ребята, я думаю, слушают нас. Так, здорово, мужики, готовы к труду и обороне. И тебе не хворает. Торговец сказал, что у тебя есть информация о том, что вояки задумали. Тут вояки далеко засели. Помощь нужна. Есть такое, нарубило они что-то на агрокроме. ЧПУ не случилось под землей. Кровососы обозновались. И пару человек из их патруля сожрали. Ну, само собой, группу зачистки сразу организовали. И понятное дело, полезли. Все вопросы к главному. Вот только отряд этот почти в полном составе пропал. А вернулся оттуда один боец. Приволок что-то с собой. А чего
туда вон аж три группы отправят. По моим сведениям, есть там кейсик с очень важными документами. Что, опять тайна? Да, опять тайна. Не удивляйся, а вот что это за бумажки? Будь добр, сам разберись. Но думаю, если эти вояки заинтересовались, да еще и этот хмур, дело явно непростое. Это еще один барыга замешан. Барменом кличет. А, из бара Сторген, который давно... Если нужно что, спрашивай у главного. Он сам. Думаю, тебе придется для него шуровать. Пройдите на ферму к старому, без его допуска вас на свалку не пропустят. Лучше там какая-то хрень творится. В общем, у него все и узнает. Во что мне палец? Ладно, идти пора. Будь здоров и не прощаемся. Так, ну сейчас я понял, заходить на базу к этим старым, это которые, помнишь, у нас самый неподходящий момент копыта. Так, я тебе МП5 отдам себе, я этот самый... Коллаж взял. Ну зато сейчас ты ближе зайдешь к этому старому, блин, или подожди, чтобы зайти. Не-не-не, ты сюда иди, я тебе МП5 отдам. Себе коллаж возьму с прицелом. Сейчас квест с военными выполним, завалим их дезертиров. Еще 300, блин. Чтобы еще тут продать. Вон старший стоит, так ты к нему обращайся. Так. Где тут у нас тайники есть, погоди. Куда тебя выложить? Чтобы она в текстуру не упала. Вперед, вперед. Вот он, сейф. А кстати. Только патроны. Извини, патроны сам купишь. У меня и деньги, и патроны кончились. Спасибо. Это, я здесь, кстати, детектор забрал, медведь. С этого сейфа, он в прошлый раз был. Если нужно что, спрашивай у главного. Да. О, я смотрю, гитаристов меньше стало. Нормально. Все, музыкальная пауза. Мастер. А я бы другой пистолет взял, так, тут... А тут нет других пистолетов. Слушай, все вопросы к главному. Если, вон, тут есть патроны, вот купи патроны все. Я сейчас. Если подойду. Нужно что, спрашивай у главного. Я тут вспомнил вот. Ушел на покой старый сталкер. Сидит себе у камина с ручной собачкой и читает. В греческой и римской мифологии Цербер — чудовищный трехглавый пес со змеиным хвостом, охраняющий вход в подземное царство. Тут пес гав! Сталкер всполошился, за стволом сразу полез, а кругом все тихо. Он к собаке: «Ты чего, дружок?» А тот: «Гав-гав, говно ваша мифология!» Вон старший стоит, так ты к нему обращайся. Во, тебе вот передали, что спасибо за понимание. Разработчик тебе написал. А, взаимно, да? Я просто, ну, как и Андрей Сталкера, давно уже играю в различные моды, и уже просто, ну, уже как-то на подсознание все эти проблемы понимаешь. Ну, в другую игру играешь, там, тоже схожие проблемы. Так, ты себе потом купил, да? Да, я все себе купил. Я могу, вот смотри, у меня 4 аптеки. Могу поделиться с тобой аптекой. Патронов купил 19-18. Взял я себе, короче, зарю. Куртка это фигня новичка, не хочу я ее. Но ее не продать. Я ее положу в сейф или выбросить вроде как жалко. Короче, в сейф положу. Ну вот сюда ее выложи. Мало ли вдруг нас военные завалят. У тебя сколько аптечек?
Выпили уже хорошенько. У меня 4 штуки. Дай мне одну, чтобы у меня тоже 2 было. Давай и 7 бинтов меня. Давай я тебе дам аптеку и... Нет, бинты у меня есть, Вот мне одной аптечки хватит. Антирад надо? Антирад. Антирады есть тоже. Мне деньги на патроны истратил просто. Ну, короче, я тебе аптеку дам. Да. Так. Да. Вот, забираю, да, хватит, я забыл. У меня-то одна в слоте стоит, и 2 у меня в запасе. Все. То есть у меня 2 аптеки. У тебя гранаты есть? Есть. Так, все, ладно. У меня лимонка и хлопушка, которая РГД. Отлично. Давай, погнали. Пока светло, пройдем это дело. Я себе ПСО купил на калаш. Так, что, гранатами их закидываем, потом из оружия отрабатываем всех, кто выживет. ПСО, это которое скрепление под ласточкин хвост, да? Ну, план контейнер этот, навес, оптик. Давай, не отставай. Ты что-то бегаешь как-то подозрительно быстро. Так. Готов? Давай забрасываем туда прям. Подожди, сейчас, я на гранату переключусь. Пошла жара. Блин, не добросил. А не добросил. Твои гранаты не вижу. Так. Ну. Ладно. Там один остался. Вот он. Есть контакт. Давай быстрее. Лутаем! Есть возможность добыть калаш. У меня-то есть. Себе смотри. Патроны нужны, в принципе. У кого там есть калаш? Так, ты себе калаш добыл? Так, точно. Так, все, ладно. Крыса патронов еще к нему. Не, нормально. А, подожди, вот ящик. Так, а вот тут документы графа. Кипа документов, необходимых графу. Это мы ему отдадим. Давай лучше я отдам, потому что я брал квест на всякий случай. Положь обратно. Давай через вот это. А, ну ладно, через ящик. Заразовал. Забрал? Просто я в прошлый раз у меня вылетел из этих документов. Чего тебе по алкоголю надо что-то? Водка, вино. Нет, у тебя сколько патронов на калаш? Я тебе могу сколько-то отложить. 38 и рожочек еще. О, хватит. Давай. Спасибо. Поровну будет. Так, все, давай сейчас лисом. А у тебя будет подствола гранатомета, а то у меня ВОК 25 4 штуки. Они нам могут пригодиться. Не, уже не пригодится. Не сомневайся, уже не пригодятся. Сейчас просто или с лисом. Или мы такой обвес не можем здесь поставить. Нет, мы можем поставить, но нам не пригодится. Мы сейчас, после того, как с лисом поговорим, нас уже выпустят с этой локации. Так что не парься, тут не пригодится. Наконец-то. Давай ты с лисом пообщайся, я графу квест дам, пойду. Хорошо, так, ну да, логично, ты же документы взял, что стоять за заря, правильно? Так, ребят, ну я уже читал этот диалог. В общем, суть такова, поздоровался, мужики готовы к труду и обороне. Мы, естественно, соглашаемся. А подожди. А, смотри, здоровые мужики готовы к труду и обороне. А, у меня тут уже надпись была. А, ну да, я же уже активировал с ними. Ой, собака, куда ты?
А вот, кстати, я лису от Вога и продал. На 1500, блин. Вот пусть он и берет. А одну оставил на всякий случай. Еще 1500 не помешает, правильно? Один калаш выкинул, это какой, ну, совсем хлам убитый, блин. Толку от него, только лишний вес. Нормально. Но это знаешь, о чем говорит? Значит, я свою-то гранату добросил, в отличие от тебя. Ну, может быть, я хорошо сработал на это, на кордоне. Нормальненько так. О-о-о! Ладно, я помолчу. Ты просто подготовился, Андрей, вот скажи, чтобы зрители слышали, ты просто если подготовился. Если нужно что, спрашиваю главного. А я когда в сталкере играл, я гранаты, честно сказать, я их редко использую, далеко не всегда, и поэтому я больше, ну, любитель стрелкового, ну и хорошего дробовика. А вот, кстати, тут вот, в продаже появился этот самый подствольник. Ой, тут даже детектор Велес. Да ладно, подствольник? А ну купи его. Да ладно, я он тут вон. Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Ну, смотри, одна вот из подствольника, она может какую-то ситуацию даже зарешать. Да, там не будет этой ситуации, мы обнулимся после этого. А Велес я так для прикола взял. По-моему, артефактов-то нет. А, блин, со старым поговорить. Я бы молчал, я бы, конечно, силу взял бы, но сила, видишь, 25 тысяч стоит. Ну, я думаю, глушители не стоит брать. На чем мы тут будем рыба отыгрывать? Нет, этот глушитель к сайге, если что. Стоять! А не калашу. А, кстати, а сайга? А, блин, а у него нету сайги. Я бы купил бы сайгу. Она, слушай, она была? Странно. Ну, ассортимент обновился. АК-74У у него, АК-74М. Я вот в самом, я говорил, в самом начале, перед тем, как мы пошли военных гасить, там была сайга и этот глушитель. Но я себе калаш взял. А, нет, не вся сюжетка. Вот сейчас мне. Вот, выше, если чат почитаешь, что вот разработчик как раз этого аддона. Вот только что он доделал этот, подземку агропрома. Я думаю, все нормально, так ее мы тоже протестим. Пока до подземки агропрома. А ты почем брал этот ПСО? Блин, ну не помню, 1500, наверное. Короче, я подстрельник купил, поставил его, прикрепил. О, пистолет. Наконец-таки себе добыл. То с этими зомбаками. Блин, Андрей, мне опять высветилось. Отключен, причина, работа сервера прекращена. Блин, возврат к игре. О! Офигеть, слава богу. Ё-моё. Да это всегда так в меню. Даже в классическом сетевом режиме. Не обращай на это внимания. Так. Понял? А мы что, идем на свалку? Да, на свалку. Тут собаки, я думаю, ты ж не забыл, вот когда идешь по левой правой стороне собаки. Ну там было штук 5, я штуки 2 убил. О, кстати, я проверил этот, подствольник работает, я его зарядил. Вон, я слышу тявкают. Ну там, они опять там скооперировались. Андрей, не спеши, я сейчас переключился на дробаш, потому что это... Что-то мне, ну, не хочется мне 5.45 тратить на этих шалок. Дробаш! Все равно это сейчас пропадет все. Там уже другой будет калаш. Поиграл. А, ну тебя, да. Тогда другой дел. Наша главная задача в самом начале в Соке. Там будут бандиты, ну все как в оригинале. Надо Толика обязательно спасти. У меня как, знаешь, как было. Я Толика спас, но он от кровотечения потом сдох. А ты, кстати, спросил бы у разработчика. Кстати, вот насчет питания здесь. Thank you.
Че питание? Как насчет комик? Питания, имею герой ломок выносливости. Вот когда герой. Да. Имею, да? Ну, да. Вот это хорошо. Это как в модах выживал Валка. Тоже да. Питание. Ой, там есть. Еще собаки! А блин, как неожиданно напали. Ну вот это так всегда бывает. Вот, кстати, я тогда сдох, помнишь? Mm-hmm. Помнишь, когда ты застрял там в тоннеле, а я дальше пошел. Я хотел. Ну там просто... ночью было, конечно, но. Путь. Я путь искал на свалку, думал, открытый тут, не открытый. Или затестить, перебить, допустим, кто там сейчас на проходе. Бандиты или военные охраняют. И могу ли я пройти дальше на свалку? Сталкеры. Задание обновлено, непредвиденные трудности. Это от кого сейчас прилетело это сообщение? Ну не от Сидора же. Ой, блин, радиация. Там тайник будет. Два калаша, ну это... Быстренько оружие берем и спасаем Толика. Там главное точно бандитов загасить. У меня не с первого раза, кстати, в одного, когда играл, получилось. Ну, у меня тоже, да, там не всегда, даже в соло. Ты смотри, они тут вооружены уже с натовским оружием. Да, они тут хорошо живут. Так, мне старый сообщил, идите с Богом. Правила запомнили? Да, конечно, назад. Мы вас сейчас в ближайшее время не планируем. Вообще не планируем. Так, удачи, конечно, вам не принято желать, но все-таки удачи, мужики. Она вам пригодится, и вам не хворать. Сейчас он отойдет. Так. И вот с этой лошадь забирать, да? Да, ну, да пока... не с этого, да ты не понял. Мы сейчас перейдем на локацию, на другую. А, там подожди, загрузимся. Я хотел тебе сказать, давай минут 5 на перекур устроим. Давай. Они сидят, я думаю, с ними ничего не случится. Такая охрана нафиг. Ты смотри, мы сейчас переходим туда, и нам на другую локацию подгрузит в меню. И вот там мы подождем, понял? Давай, хорошо. Раз ты там был, ты знаешь. Раз знаешь, значит... Все, наконец-то мы этот кордон прошли. Хер знает, с какой попытки. Да, наверное, третий, четвертый или пятый. Но мне кажется, не больше, чем пятая попытка. Да. Сейчас быстро лутаемся, гасим бандитов, чтобы на столик выжил. Он меня почти выжил, когда я играл. Да, ну я тогда болтать сейчас не буду, потому что это будет отвлекать. Сосредоточиться на задаче. Да. По делу только. Так, аккуратно. Тайник, где он у нас? Тут мы сейчас подбираем оружие. У меня ничего нет, не стреляйте! Бабки, артефакты гони! Быстро, блин, придурок! Да нет, у меня ни денег, ни артефактов! Так. Ты чё, козёл, не врубаешься? Внимание всем! Говорит бес, командир отряда нейтралов. Мы выходим со стоянки брошенной силы. У нас мало сил, так что присоединяйтесь. Так, что у нас с столиком? Понятно. Обыскать труп. Не удалось нам его спасти. Может, переиграем? Ладно, хер с ним уже. Хотя, блядь, ну какое он имеет значение? Ладно бы это оригинальная игра была. Ну, как мой брат говорил, это второстепенный персонаж. Ну правильно он сказал это. Так карты сложились. Не его звезда, не его деньги. АКМ, разные оружия, блин. Ну только. А мне натовское. У меня натовское. Во!
Вот у меня есть... 8-5-2. Понимаешь, что надо было, что наша ошибка? Надо было, игнорируя бандитов, подойти вот сюда. Вот сюда, смотри. Сюда, к этому тайнику. Вот иди сюда, иди. Да, а, вот так вот. Да, блин, нормально. Но я себе возьму зарю. Так, калач, потому что тут 4. Так, патриков. 150, наверное. Ну да, не больше, половину тебе. Короче, все по половину. Я 180 взял. А. Так, ну у меня 120, вот тут в ящике 180 осталось. Бери их тогда. Аптеку, так, конечно. Аптеку, бинтов парочку возьму. И парочку этих... Нет, что, их тут 8, 3. 4 возьму. Энергетиков. Так, 2 аптеки еще осталось. Берешь? Так. Да, у меня 3 аптечки. У тебя сколько? О, а у меня нифига. Бери, значит, это твои. Я сейчас едой отключусь. Я добыл сайгу, только, к сожалению, дроби нет для сайги. А что эти патроны там еще не забираешь для калаша? У меня 240. Бери, твои. У тебя сколько патронов? Ну, будет тоже 240, если я эти заберу. Да, 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 бери. Кстати, вот эти калаши, их же разрядить можно. Ну, что в ящике, Андрей, вот. Я разрядил еще 60 патронов. Вот 30 твоих, бери еще 30. Так. Я надеюсь, что нам это не пригодится, и мы сейчас это поможем бесу. Вот тут смотри, какой калаш, под какие патроны. О, как, ну, 5.45 на 39 стандартные. Прикольно, да? Стандартные эти, ну не бронебойные, а обыкновенные. Только патроны бы, конечно, такие где-то добыть. 62 на 39. И у меня типа лорочки, я ее приберегу, я ее или продам, или натовскими потом разживусь. Но лорочка, она ничего. Только единственное, она из строя быстро выходит. Износ. У тебя нету 7.62 на 39 патронов совершенно случайно. 7.62 на 39 снайперские, что ли? Или эти натовские, нет, ты имеешь? Нет, 7.62 на 39. Нет, у меня только. Для 5... обычного калаша. Я понял, у меня 5.56 на 45 это натовские. И то немного их. На один разок, наверное, будет. Так, ну ладно. Я когда проходил, у них абаканы были. А мы вот эти кондозы не можем продать, если вот сейчас мы заберем их с собой. Тут еще 2 зари в ящике осталось. Пускай они лежат. Это про запас, если вдруг у нас все плохо пойдет. Я не забрал, еще 2 энергетика лежит. У меня просто их 5 и 1, 6. Еще бери. Так, ну вроде подготовились, да? Так, сейчас попробуем. Я бы еще бы хотел бы один мод бы попробовать в кооперативе. Ты же в курсе, что было до Date Air и до Anomaly? В принципе, Date Air, как по мне, ну, немало скопировано. Мизери, помнишь? Мизери, это вот оттуда крафт пошел и остальное все. Вот мизери бы, да, можно было бы. Там даже интересно было бы, отыгрывать роль, ты там делаешь незначительный квест, а я, например, охочусь, добываю это. Нам разработчик предлагает чекнуть тайники. Давай, колись, где у тебя тайники, мы сейчас посмотрим. А, подожди, ну что, без спойлера. Блин, ну вот здесь ты, и ты уже был здесь, да? Где, да здесь, я... да нет, ты что, ну так никто не... Тут все тайники другие, где-нибудь, не знаю. На вот эту башню мы не залезем туда, по-любому. Потому что лестница поломана, а там наверху, может, в каком-то... Ну, оно это мод, видишь, тоже там было. Сейчас. Я думал, он нам немного подскажет, где искать. Вот смотри, Колян Брюты подогрел меня. Это как это говорит? А ты, говорит, мужик хозяйственный был, говорит, запасливый. 5.56 на 45 еще. До подствольника, но это донатовского, я не буду ее брать. Потом 9 на 19 возьму.
Еду возьму. Еще тайники, по-моему, ну, в трупах, да, трупы само собой. Это, в автобусах надо, в карусах вот этих посмотреть. Блин, там. Я не могу у него оружие подобрать. Это Абакан, по-моему. Блин. Что за стрельба? Кто стреляет? Да это я поленился ножом, я ящичек этот металлический хотел разбить, а он нифига не разбился. Вертолет. Вот забраться на вертолет можно по лопасти. Так, вертолет сверху пустой. Тут ничего нет. Вот еще один Икарус. Кстати, обрати внимание, вот прямо по курсу от меня вертолет, там аномалия есть. Вот тут аккуратно, жаркий, по-моему. Сейчас я проведу. Бы что эти тайники там на кучах. Видишь, сработало, тут две жарки. Да, три. Три или четыре жарки. О, ну я уже гранат вот нашел мне еще. А я столько с ним брал бы. А, все-таки ящичек можно разбить ножом, но он пустой. Да. Ничего в нем нет. БТР. Может быть где-то сбоку БТР. Я мог бы пробраться, попытаться, знаешь, сквозь текстуры втиснуться в БТР, залезть внутрь. Но я боюсь, вылезу ли я обратно назад. Вот в чем дело. Поэтому я не буду. Так, смотри, у нас подсказка справа от дороги в Запорожье, понял? Ну это по стандарту. А, я тоже гранату нашел, в КамАЗе ящик разбил. Так. Золотой шар, когда я играл, Жекана, да? Там довольно-таки ценный хабарчик был в этом Запоре. Но чтобы его открыть, там надо было еще квест пройти целый. О, вот я энергетик и тушенка. Справа от дороги. Это значит на. Подожди, ну вот где я сейчас? Вот где-то тут, помнишь, Запорожец стоял тут. Есть один, но там дальше нету. Это ж мы там заспавнились. О, я вижу, вот. А. Запорожец. Наверное, он днем. А, так это не справа получается. Справа же от дороги. Это слева. Мне кажется, не этот. При выходе со свалки, да, это слева получается. Мне кажется, это не этот Запорожец. Понимаешь, не, мы... А, во, да. Так слева, блин, ну что ты? Ну, слева. Выходит со свалки назад, и получается он слева. Нет, ты-то все правильно сказал. Так, ВСС-ку, короче, по ВСС-ке берем. ВСС? Вот это было Женя, а это совсем... Только прицел бы на СВД, конечно. А есть тут где-то? Да, все, я нашел. А есть как вариант по прицелу? Я смотрю сзади, вот у тебя калаш висит на спине, и... А, у тебя ВСС в руке, а на рюкзаке у тебя висит калаш. Вот это хорошо продумано. Так, половина тебе. Ты бери ВСС, вот с тайника. Артур бы еще найти. Кстати, в оригинале, если пойти... Вот тут, прямо в тайнике находи арт. Я вот уже себе нашел. Не, ну я пока не могу обыскать, пока ты не закончишь. А, да. Ну ладно, я сюда... В оригинале, я помню, перед входом в темную долину, прямо на земле валялась батарейка, артефакт. О, это что у нас, медузка? Радиация минус 2. Замечательно. 120 патронов. К винторезу 120 патронов. Хорошо. Прицельчик бы, конечно, еще. Ну, только совсем оборзели мы. Хотим прям все и сразу. Да не, мне к СВД. Я не к ВСС уж, хотя бы к СВД.
Я ГСС пока тратить не буду. Патроны на него редкие, дорогие. Есть натовская, есть это. Калашников. Прибежим, Андрей, правильно? Придется, наверное, так стрелять. Я, наверное, не знаю с этой ЛР-кой. Я только сейчас посмотрел на нее, прощаться с ней или как. У нее запас точности ноль. Да. Ну, она работает. Она работает, Андрей. Но нет, это, если она совсем клинить начнет, я ее тогда выкину. У нее прицел просто не оптика, а механический, но неплохой. Так, ты должен переговорить с этим, с бесом. У тебя на ЛР нет случайно подствольника? Толкни тут гранату. Вон в том трупе. Ну, нет, у меня есть граната для натовского подствольника, а самого подствольника нет. Может быть, надо было пролутать. Все, понеслась, пошла жара. Так, я сейчас куда-нибудь... А я возьму позицию, сильно вперед не высовываюсь, а тут этих хватает неписи. Да, вот слева отыграем с тобой. На тебе мой лимончик. Граната. Так, ладно. Я засмотрелся, сам подзорвал себе гранатой. Ну я засмотрелся на них. Ты живой, надеюсь? А, нет, меня сразу грохнули, блин. Ну это, ну, это уже наша вина. Расслабились, просто расслабились. А, да меня, блин, я третий раз, ой, второй раз от гранаты умираю. Забрался от гранаты. Жесть, у меня из оружия тут только бинокль. А, Буру, это ж ты погиб, я забрал патроны мне. 200 патронов там. Сейчас выручим. Вот хрен хитрый этот NPC, он всех обчистил. Я сейчас думал. А нет, все целое, все забрал. Нет, аккуратно с гранатами, пожалуйста, я уже боюсь этого звука. Еще один человек. Два. Нет, еще два. Я одного убил. Андрей, внимательно смотрим, осторожней. Тут недобитый один остался просто. Меня слышат! Мы атакуем бандитов! Нужна помощь!
Так, а мы что с тобой, без костюмов? Походу, да. Иди, иди там, в тайнике, в том, есть. Давай, давай, пока ты тут, а я тебе еще прихвачу. Потому что их оставалось два. Их два было. Да. Я очень говорил тебе, помнишь? Вот, дескать, продать бы их или еще что-то, да. А вот видишь? Вот, вот сейчас они пригодятся. У нас подранены сейчас. Потому что мы виноваты отчасти. Знаешь, в чем наша вина? Мы слишком вперед вылезли. А надо было отыгрываться со второй линии. Ты не паникуй, браток. Из меня, доктор, что надо. Нет, первый самый раз я сдох, потому что гранату плохо бросил. Задумался и сам себя подзорвал. Второй раз я под очередь попал. А третий раз... прям в меня гранату бросили. Я лишний коллар даже убрал обратно в ящик, чтобы перегруза не было. Взял чисто два костюма, тебе и себе. Я посмотрим, что у нас тут по хабру. Они все равно не торгуют, поэтому... Так, АКМ придется выложить, 4 патрона. Я, кстати, с него одного человека убил. Там 20 патронов было, но одного я убил. Так, Андрей, ты где? Ты где-то... Вот я здесь. Не, ну ты за вертолетом там или ты уже пошел туда, к депо? Я все там же. Нет, все, вот, около вижу, беса. Вот, вижу, вижу. А, кстати, дай он награду какую-нибудь за помощь. Ну, у меня 750 рублей появилось, я не знаю, из-за этого? Нет, это не из-за этого. Так. Так, вот я тебе положил костюмчик. Так, у меня 200 патронов, 9 на 18, надо? Это для ПМа, что ли? Ну, нет. ПМ и для МП. Для МП они что же идут? Нет, 9-19. В смысле, 9-19? 9 на 19, у меня 140 штук. Вот, а это 9 на 18, у меня где-то почти 300. Значит, тебе 9 на 19 все дать, да? Да. Так, ложу. И у меня 284, 9 на 18. Надо? Какие? А, нет, для ПМ нет, не надо. Так, я больше их брать не буду, потому что перевес куда нафиг столько. Тебе надо было калаши-то, а там калаши у нас оставались? Калаши надо было тоже взять. А есть у меня калаш? А у тебя что, нету? Так нету. А вот патроны есть. ПМ есть. Авиакрем, блядь. А, ну на тебе вот. Вот тебе калаш. Калаш я тебе положил тогда. Всё. На пару гранат, раз ты так любишь. У меня 5 штук было. Нет, давай в этот раз ты будешь их бросать. Ну их нахер, эти гранаты. Ну, можно по той же причине. Короче, я сбегаю тогда, подожди меня чуть-чуть, а я сбегаю, вернусь, калашников заберу тогда. Раз я тебе отдал, а там-то их лежит 3 штуки в ящике. Ну вот сюда лишним можно выложить тогда будет. А, на всякий случай, чтобы... Да, поближе. Мы потому что будем прилетать на последнее место, то есть, наверное, сюда, если что. У меня, кстати, СВД и 68 патронов. Я тебе могу... Хочешь из СВД пострелять? Да не, этого хватит. Вот, 3 АКС-74У цивильные, все нулячи. Я их заберу. Давай. И принесу тогда на свалке при входе вот этот ящик справа положу. Ну, где мы с тобой вот были сейчас. Да, где был бы сейчас сталкер, если бы не моды, да? Уже все забыли бы его, что он когда-то существовал. Вот я положу. Бери себе СВД. СВУ? Да. Это СВУ. И патроны. Я
что-то. Ну, пострелял без прицела. Там есть вот этот, короче, свой прицел. Хороший. Херовый из меня снайпер, из тебя, может, снайпер получше будет. В ССке буду работать. Пошли! Тогда я прямо в депо глубоко заходить не буду. Короче, я себе позицию тогда снайперскую возьму, и с нее я буду. Мы же сейчас ДП будем помогать. Но. Бандиты. Вот я там снайперскую позицию тогда займу. Ну какую-нибудь подберу. Так, а тут? Тут-то. Тут-то тоже всегда что-то было. Ящички лежали. Нет, тут просто ящичек. Тут просто ящичек. Тут можно было нашу закладку сделать. В болотце крест. Там всегда был тайник. Тут ты на это не рассчитывал. Тут разработчики другие. Эти аномалии химические, лезть туда неохота. Проверять, вздыхать, потом заново воскресать. Так. У тебя еда есть, кстати? Да, еда есть. Это, пей, ешь. Преступление и наказание. Достоевский? Да. Так, это ты там уже так далеко впереди бежишь, перед воротами, да? Это ты вроде, да? Да. А хотя, в принципе, я и вот с этих ворот я, наверное, зайду в них и там буду. Ага, да. Зайди-ка в эти ворота. Они закрыты. Че, зашел? Я тоже думал, зайду, ага. Зашел, проверяй. Ну да, мы все время. Потому что вот тут, понимаешь, вот тут. Ошибка, что мы думаем, что это. Как сказать, оригинальный проход. Да, мы забываем, что это мод. И просто по старой памяти лезем туда старыми дорогами. Блин. А тут. Вот, да, тоже закрыто. Для меня-то новое. Жалко. Видимо, это усложнит ситуацию. Я думаю, для этого сделано. Так, такое, гля, полбочки или что-то такое. Какая-то. А, где товарищ разработчик, тут есть как бы одна проблема. Вот еще какие-то полбочки. Это знаешь что? Это торец от электродвигателя, кожу. Это от движка. Да, я понимаю, что это как бы. Что это такое? Да, это остатки электродвигателя. Но мы ой! Так, быстрее, все. Жара пошла. Так, аккуратно. А-а-а, уходим, граната! Блин. Понимаешь, почему нельзя гранаты? Давай, иди туда, отводь трупы. Да? Я плохо бросил. Вот, разработчик уже это принял. Ты там далеко? Вот твой труп, лутай. Я гондурас держу. А, опять граната. Ну ты лутайся. Быстрее. Ой, блин, хорошо. Еще один человек, где он? Где-то наверху. Так, ты снайпер? Коля, вон там снайпера сними аккуратно. Вон снайпер сверху туннеля сидит. Сейчас. Ты свой труп залутал? Да, залутал. Снайпера надо снять. У него не включается оружие, кстати. Вот, я подобрал. У меня не включается оружие. Вообще ничего не включается из оружия. Вот, клавиши жму 1, 2, 3, и у меня, я не могу. А в инвентаре есть. Андрей, это да. Вот человеку скажи тоже, что вот такой баг. Вот у меня сейчас есть
Оружие же быстрее. О, все нормально, не ник. А то колесико мыши жало, толку не было. Так, все это. Все это хорошо, а вот на Агропром ты имеешь в виду подземелье? Нет, не, пока не подземелье. Подземелье мы протестируем, я думаю, сегодня. Да у меня и костюма нету. Как туда мне идти? Да, ты не переживай, нам там все выдадут. Ты насчет этого не заморачивайся. Так, о, 1800. Вот это как медом помазал. Так. Кстати, вы СС. Путь дорогу, хорош... друзья. В этом бою показал. Да, А так там здесь бы можно было положить. Помнишь, на крыше заланили, здесь там же кран. И добираешься до будки крановщика. И там всегда ящичек или сундучок был, в общем, там хабар был. А, кстати, давай по еде. У меня 4 колбасы, хлеб, водка, геркулес. Патроны есть, могу поделиться, ну, что тебе да, тут надо. Да не, не надо, ты просто сам ешь, пей и пошли. Тут немного пробежать, в принципе. Просто тут, как обычно, по дороге. Ну ты далеко не уходи, мы еще... И... Да. Проверим, как ты там подземку сделал. Честно, вот этот баг я в прошлый раз как-то не обратил внимания тут. Вот видишь, Николай вот, подсказал. Оружие видишь, получается, ты умираешь, возрождаешься, и оружие нормально работает. Ну, вот этот баг с оружием, он достаточно старый. Он в оригинале тоже был. Ты более сильно удалился. А ты что, не бежишь, что ли? Да сейчас я этот... Меня телепорт... А, блин, тут же заход-то через туннель, ёмба, я забыл. Подожди, через туннель по стандарту, да. Где вот. Локомотив стоит. Да. Yes. Я забыл просто. А по сюжету помнишь, там же кровососы были, ну да, ну так-то просто было, и аномалии куча. Там не так просто было. Контролер был. Но в конце там лакомый кусочек был. Там была гадюка модернизирована с повышенной скорострельностью. А, и она была на 9.18 заточена. И еще, по-моему, был или не был арт какой-то. В общем, полезный этот тоннель был. Не зря там кровососы его охраняли. О, вот сейчас экшен. Это, нам надо будет спасти группу крота. Вот эти 3 человека. А будут какие-то сталкеры? Так, эскейп просто сейчас. Эскейп просто это, нажимай и все. Наше снаряжение. А, ну это, понимаешь, намек, если мы вдруг сразу у нас пойдет что-то не очень хорошо. Я, наверное, отсюда только аптечку возьму. И так, аптечку и чуть-чуть патронов. Чтоб побольше было. Я тоже всего по чуть-чуть взял. Ну чё, понеслась. Эй, мужик, помоги мне! Пошли. Военные собираются перебить вот группу крота! Нам нужна помощь! Вперёд, ну, давай, сейчас поможем. Знаем мы твою крота. Ах ты! А я проскочил. Всем, кто меня слышит! Мужики, помогите! Как сцена пошла по стандарту. Ну когда, знаешь, пролет вот этот. Выручайте, братцы! Тут есть кое-какие странности, я их уже знаю. Тут некоторые сталкеры со сталкерами воюют. Не обращай внимания! Мне сказали. Локальные войны, да, у них? Ну, а нам-то что, если что, просто хабар соберем с них, да и все. О, нихера себе, аж. У меня аж ФПС до 60 просел. А я не знаю, сколько у меня. Ну, я счетчик не включал. Наш теремон! Ой.
Блин. Плохие новости, у нас тут все враги. Аккуратно. Будьте внимательны. Я не туда гранату бросил. На ноги тебя сейчас поставлю. Не вопрос. Блин, я думаю, по-быстрому заскочу в здание, а я тоже выхватил. Ты меня можешь поднять? Ты за вагонами это постарайся пробежать меня возродить, пока меня военные не добили. Прям за вагонами. Давай пока все. Пока. Ты не паникуй, братан. У меня доктор что надо. Андрей, советую посидеть здесь немножко внутри. Немножко внутри. Сейчас, у меня есть аптечка, я отключусь. Быстрее. Сука, еще здесь. Пец. Тяжело. Едой отъезд. Так, сейчас я вам... Вон он, девушка, осторожно. Вот если прямо идти, девушка там... Есть, я вырубал. Получай гранату. Прижми его. Эй, тут нашего ранила. Кушай гранату. И гранату на десерт. Аккуратно. Вон, оружие. Лови гостинчик. Получай гранату! А! Мне-то зачем? Сука! Ты чё, раненый? Не, я успел убежать. Я уже заранее боюсь этого звука. Когда кто-то бросает гранату. Всё, мужики, отбой! Всем спасибо! Ой, нормальный калашик. Разрядить.
На, вот тебе калаш. У кого там плохое барахло? Тебя? На, во! Вот, давай. Я тут всем оружие раздал. Так, где ты? Блин. Да, за забором отстрелился и сдох. В общем. Стас, вернись, забраться. Тут два военных. Два военных. Сейчас я с крыши отработать постараюсь. А я тут калаши раздаю. Тебе надо сейчас как-то добыть кого-то оружие. Тот, где прямо о тебе говорил в начале, там за забором два человека. Я за ним с ними затеял перестрел, но я его не потянул. Но место-то я запомнил. Сейчас на себя отвлеку. Ты до трупа постарайся дойти. Да-да. Я, да, очень хорошо отвлекаю, не по мне. Где он? Блин, у меня без брони еще подранили меня. Он вот тут, а вот. Вот где я сейчас нахожусь. Вон с этого военного возьми ствол. Я этого сейчас... Ох ты, блин, нихера себе. Понятно. Он меня тоже убил. Есть, я завалил его. Труп не трогай мой, я сейчас сам буду. Понял, Андрей, я сейчас себя искать буду. Отстань! Уйди от меня! Я без оружия! Я что-то себя не могу найти. Твой труп пропал уже. Твой труп пропал. Жалко. И сосед с содержимым, да? Ну да, ты слишком долго бежал. Тут оперативно надо. Ну, а видишь, что-то с военным. Начал перестрелить, пока я его убрал. А, блин, меня сейчас опять убьют. А, бегу, мне нужна бегу, помощь. Так, между этими самыми. Понятно, я понял. Меня тоже. Валом в вагоне, гаденыш. Вот перед входом в базу, первый вагон, вернее, второй. Рядом с трактором. Рядом с трактором. Вот он сейчас за трактором идет. Блин, калаш-то у меня вообще ни к черту. Где-то кто-то из них еще есть. О, водка, я водку одну нашел, хоть от радиации подлечился. О, кстати, нам сталкеры опять друзьями стали, ой, нейтралами.
Ну да, мы же им помог. Я потому что в толпу бросил гранату, и там один из сталкеров был. Стали, ну, короче, все стрелять. Ну я понял, поэтому я не люблю сталкеры гранаты. От них зачастую проблема. Что в оригинале, и тем более в модах. Они слишком умные, непредсказуемые нафиг. Так. Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай. Военные не оставляют дела недоделанными. Так, ну а мы-то можем что-то полетаться тут еще? Нужно уносить ноги побыстрее. Побежали, я тебя выведу. Как думаешь? Давай, побежали. А, ты уже все, ты активировал крота, да? А хотя под землю спустимся, там же этот, там ящичек есть, там всегда что-то лежало. Нет, там пока ничего не будет, пока, чтобы там играть, вот как раз, вот ту локацию надо будет там это подгрузить. Ох, тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Поэтому сейчас просто Серый добежим, сказал мне, что ты ищешь. Скачаем и здесь, в агропроме. Землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Так, а мы сохранимся как-то, интересно? Нет. Да, ну, я не знаю, что там в агропроме. Сейчас это самое. Ну, я имею в виду, это мы до агропрома опять все сначала будем проходить? Не. Мы... Зачем? Мы будем считать, что мы до агропрома прошли. Агропром мы просто отдельно загрузим и все. Так, готов. А ты бывал уже здесь, или ты тоже первый раз, как и я? Нет, я тоже первый раз, вот только сейчас скачал. А, я хотел тебе сказать, тайник, ты должен знать, где тут хабарчик? Ну, сейчас мы найдем, что я думаю. Вот сюжетки... Вот здесь, когда спускался, сейчас она включу, помнишь? Блин, вот здесь дохлый сталкер лежал, труп. И в нем всегда что-то было. Нас уже пытаются. Андрей, туши фонарь. Да ладно. Еще где-то есть. Они палят нас по фонарям. Мы демаскируемся. Мамочки! Граната! Есть, залетел граната. Но куда? Да, я одного убил сам. Держись, не дрейф. Аптечка есть. На раз. А. Спасибо тебе, брат, стал. Алло, втыкать. Шокер уехал. Ну чё тупим? Сучара! Вот, говорит, сучара. На тебе гранату. Подлечись! Слышишь? Я уже подальше буду, когда ты с гранатой. Ты подлечись. Я сейчас его щембану. Блин, как вас там ребята много еще. Да, по голосам я слышу. Человека 3 как минимум. Тут самый топовый из них будет, а самый опасный это вожак. С ним всегда были небольшие проблемы. Поэтому, Андрей, надо быть аккуратным. Пацаны! Понятно. На ноги тебя сейчас поставлю. Не вопрос. Ну вот, это будет моя это. Я во многих играх отыграл РП доктора, и тут я чувствую себя опять. Тем, кем я обычно являлся. Нет, я говорю, Андрюк. Блин, подключи меня, он меня ранил, но я успел завалить его хотя бы, не знаю. На ноги тебя сейчас поставлю, ага. Не вопрос. Меня, да, понимаешь, у меня РП-движения пошли. РП-доктора отыгрываю. Андрюха, сколько хабара здесь, надо делиться, я... А то поделиться с тобой чем угодно. Так, давай все хватаем. Сейчас. Где-то тайник, наверное, должен быть. Ну вот, сейчас подойдем с тобой к этому проходу. Но, блин, я не знаю, рисковать туда лезть нет. Там-то и арты были. Ну, конечно, по оригинальной части.
О, а если АПС нашел, кстати говоря? Вот эти, Андрей, динамические аномалии, которые двигаются. Тут же... Я, блин... тебя... Не, я боюсь, что она лезет. Мы сдохли там, Андрей. Андрей, мы сдохли. Не надо, они опять появились. Откуда? Чего еще кто-то? Не дадут. Так не было. Полечи! Капец. Куда они там? Так, а тут же будет кровосос дальше? По сюжету, я помню, уже кровосос. Не знаю, будут, не будут, но я сейчас собрал. Ну, кровосос это ниже спускается. Будут еще военные. Военные будут. В брониках Береговских. Тоже такое себе. Блин, ну не знаю, когда в одиночку играешь, это одно. Когда в кооперативе какая-то ответственность хочется... Давай, лечимся, слышишь? Тут бы нам артефакт вот этот лечебный бы пригодился. Ладно. Так, что по оружию? Что по оружию? Какое оружие? Хочешь? Так, у меня АК-74М и АКС-74У. Давай, слушай, я вот этот дробовик его на тебе скину, а сам с АПСом буду тогда. Я себе оставлю АК-74М, и если тебе АКСУ не нужен, я его выкину, потому что патроны одинаковые у них. Но... Вот, ты вот с этого трупа возьми дробовик себе. Я с АПСом буду. Он у нас будет как тайник. Так. Дробаш, кстати, ничего, винчестер. Да. У меня еще всякого барахла, я бы куда-нибудь тут заначку сделал. Тут я что-то тайник не вижу. Пистолей много. Сейчас, подожди, я тоже пистоли лишние поскладываю. Вот берету оставлю. Берету и браунинг. Они оба нормальные. Так, блин, вот сюда бы ящик. Ну ладно. Вот я бы добавил бы еще один слот, вот смотри, ну, например, дробовик ты поставил, тебе нужен автомат в какой-то ситуации. Это тебе заходить надо в инвентарь, чтобы ты переключить. Понял, пистолетный этот самый. Да, вот если автомат, а ну я проверю сейчас он. Да нету. Нет, поставил, вот в пистолетный слот я поставил дробовик сейчас. Вот, ну, вот ну, так. Не, ну это, да ты не понял, тут есть... Как три слота, чтобы было пистолеты, ну, да, и... Да, в других модах, да, там нет. Там есть такая возможность. Ну, для этого как бы разгрузка еще пригодилась бы. А я тебе говорю, что будет кровосос. Я побросил. Тут, по-моему, все по классике. Это хорошо, если по классике будет проще. Нет! Кровосос, да, по классике. Я тебе кровососы, говорю... кровососы пошли. Ну это они. Да ну конечно, да ну конечно, блин, 4 штуки, блин. Помогите раненому союзнику, а мне кто помог. Что? Он дух, сдох ему. Жестко. По сюжету это был один кровосос, я помню. А ты видел 4? 4 кровососа, это тебе не шутка. Вот как раз трупик этот пригодился. А, блин, опять. Ты что, без меня пошел туда? Он меня сразу встретил. Ну, вот. Надо золотая труба быстрее, он пропадет все же. Все, что нажито. Непосильным трудом. Да. Тут же! Да и я следом за тобой улетел.
Ну, чувствую, останемся мы с тобой с одним биноклем. Я бегу, как дурак, с биноклем к четырьмя кровососам, блин. Вот это хардкор. Хардкор. Даже вы не совсем такого нет. Короче, это... Игрываем замок. Да, логично. Короче, все оружие брать не будем. Будем такое. Я вот только не помню, тут это, наверное, не... Блин, это не так работает. Я забыл. Сорян. Я F7 нажал, я вижу себя сверху. Да, тут так не работает. Вот тут надо заново, короче. Я забыл просто про эту тему. Но 4 кровососа, это, согласись, это портку. У тебя же дробовик был. Ты что из дробовика? Я же тебе специально дробовик. Я попал, да. Но он же не ваншотный такой. Я попал в одного, два раза. Он не сдох. А тут пункты его подбежали, 3 кровососа. Это знаешь, с какой скорострельности должен стрелять? И то, это не Винчестер, а это протектор. Вот это с барабана на магазине. Только с него, и то. Я не знаю. На удачу, что 4 с него. А с этого ты не забьешь. 1-2 там еще, ладно, но 4. Давай, короче, сейчас не будем пока говорить. Будем проходить. Я одну гранату берегу, пожалуйста, пожалуй, для кровососов. Да-да, так точно. Кого-то там тиранули. Ты не паникуй, Затор, из меня знаю, что надо. Я вроде добрал его. Слушай, а оружие-то придется сейчас все забирать, иначе оно исчезнет, правильно? Так или иначе, выбора нет. Пацан! Лечись! Так, у тебя есть нужда в чем-то, чтобы помочь тебе? Мне бы дробь от дробовика. Дроби у меня нет. Там еще кто-то появился, слышишь? У тебя, по-моему. Справился? Да, да, конечно. Это ж микросос, блин. Так. Патроны накалашь. Дам тебе, если мне. Это, мне кажется, тактику надо назначить. Уже на готово с гранатами подходить. Чуть-чуть зайти там на полшишечки, чтобы они согрелись, эти кровососы, и сразу туда гранат кидать. Потому что если мы сейчас опять зайдем, как тогда, они опять нас положат, поверь. Нам надо сразу гранаты на готове. Так, что тебе надо? Патроны есть? 9-19. 9-19. 45 СП. 45 СП, да, вот сюда в труп выкладывай. Вот, Андрей, вот тебе 9-19, и вот тебе 45 СП, вот тебе. Пускай.
Они тут остаются. Это на всякий случай. Так, а что по гранатам? У меня две хлопушки РГД. И больше никаких. Так. Я едой сейчас отожрусь. Я тоже. То, что у бандитов выпадает, тут кто может пропасть, а вот так оно будет достаточно долго валяться. Андрей, ты бы гранату сразу в руки взял бы? Да, я попытался, ты чуть-чуть сзади меня будешь стоять, чтобы я смог отбежать назад. Я сделаю просто так, чтобы они сагрились, и тут же шек буду. Сагрились! Отступаем. По-моему, тут нет. План не сработал. Нет, сработал. Минус два. Еще два где-то. Че, видишь? Есть, есть. Убили. Есть, подожди, не. Держись, я сейчас себя залутаю. Одному и будет. Блядь, че. Андрей, смотри, он рядом где-то. Он где-то рядом. Долбаная зарядка по КБ. Я как раз перезаряжался, и он меня забил тут мамонта. Отпусти меня, мразь! Блин, он меня с ваншотил. Спешу. Идиот, красота, убежал и был таков. Можно идти без поста, а попробуй без мозгов. Потому что мы это аномально не действует, а то его заманить бы в эту химическую. Понимаешь? Где-то здесь рядом, слышка, крюкает. Есть, Андрей, я сделаю его. Блин, все вот пропало бы. Не, я успел его убить. Ты трупы наши лутал? Нет. Зря, ну пропало. Я походу твой успел, тут дробовик, Андрей. Слышишь? Не все так плохо. Сейчас я перекину, сейчас ты заберешь. Ну иди сюда, забери. Андрей. Там 5 патронов. Ну да, но у меня больше патронов тут. 45 СП и 9 на 18. А все-таки план был в чем-то сработал, да? Насчет гранат. То, что чтобы. Ну я обычно по сюжетке так и делал. Тут тайник есть, нихера себе. Мы его проверить еще. Видишь, не а тут нету так... ничего. Это калаш просто. А ящик жирный. Калаш убитый.
Ну, с тремя патронами. Если ты говоришь по сюжету, то следующее, что нас ожидает, это военные. Да, 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 вот я вижу, вот они дохлые. Мне кажется, ли я опять услышал кровососа где-то? Да. А вот тоже, у меня калаш 9 патронами. О, вот я еще поднял. О! О! Че там, че там? Так, у меня лишний калаш образовался. Но он убитый, он конечно. Убит? Ну, здесь сильно не высовывайся, потому что вот по направлению тебя вперед, вот оттуда всегда выходили военные. Вот, осторожно надо быть. У тебя патроны есть к этому калашу? Нет. У меня их немного, что-то там, штук 30 или меньше. Сейчас. Нет. 28 патронов у меня, 5.45. Да? Давай вот так вот я еще. Тебе патроны нужны? Нет, я тебе вон наоборот. А, понял. Ой-ой, там нет. Ты там все залутал? Да, 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 обязательно. Кстати, Андрей, если мы с тобой доберемся до тайника стрелка, уже есть здесь? Тайник стрелка. Да, наверное. Вот пистолет, смотри. Тут пистолет. Пистолет у меня тоже есть. Есть у меня пистолет, но сейчас дам честно. А ты не забывай, Андрей, что по сюжету тут еще и контролер есть. На самом верху правильно. А вот для контролера гранаты надо обязательно держать. Тут жесткий контролер в этом моде. Это тебе не в оригинальном сталкере. Не, ну в оригинале он тоже. Просто там определенная хитрость была. И вот это надо было сагрить и с определенной дистанции бросать сразу гранату. Тут кто-то прогружался. Тайник. Он, наверное, пустой. Не дрейф. Аптечка есть. На раз. Вот видишь, вот это механика вырождения. Отличивайся давай. Я крою. Лечись главное. У меня только бинт был. У меня был только бинт. Блин, а тут что, не лутается? Я сейчас тогда так сброшу. Вот подбери аптечку. Благодарствую, лечусь. Так, надо этого умного снять. Погоди, давай ящик. На всякий случай. Нет, ничего, жалко. Ладно, пойдем. Надеюсь, у него калаш в хорошем состоянии. Проходи. Ты пролутал его, а я проход тут под прицелом держу. Вдруг там еще появится. Он же не один, там еще будут военные. У него Абакан. Абакан, отлично. Ну, неплохо, неплохо. Абакан это уже... Причем Абакан нульцевый Абакан. Так, их парочку так было. Так что ты сейчас самый ценный участник отряда. Готов. По-моему, еще один должен быть. Вроде бы... Да он тут вообще не меньше десятка в самом подземелье. Минимум, а то и 15. Давай, лутай. Забирай мне что-нибудь. Еда, тебе надо еды? Так, туда уже... Подъем наверх, ладно. Еда. Едой отъедайся тогда. Аптечку бережешь. Так, давай туда не пойдем, сейчас туда обратно свернем. Значит, другой с той стороны. А нам тайник стрелка надо здесь найти? Ну, наверное, надо. Вообще хорошо бы. Ты же помнишь, насколько добра. Здесь нет активного задания. Там добра валом. Если разработчик не тронул, оставил этот
тайник, то... Вот, кстати, он где-то здесь неподалеку. Можешь ящик этот? Вот он. Да-да-да. Нам очень повезет, если там все будет. Это будет вообще круто, Андрей. На арту, да, я не рассчитываю. Я думаю, что арту здесь, конечно, не будет, но вот... Ну, тут нету, нету, просто коробочка. Медицина и прочее это. Автомат, стрелка, костюм и вот он специальный. Да. Все, закатывай какую-то. Ничего для этого. Да? Ой! Тут ничего вот такого нету. Жаль. Я вот абакан добыл, мне я уже с этого радуюсь. Ну это одно было бы это дисбалансом в этом моде, поэтому. Здорово. Убрал поэтому тайник отсюда, а тайник был очень чудесно. Давай посмотрим, кто там еще где-то. Так, а куда тут дальше? Так, сейчас я выберусь только, ты ж уже вылез, а я еще нет. А я так и обрадовался, подумал, сейчас тайник. Там одних армейских аптечек в нем сколько было. И желтых этих научных. Так, тут что-то нет. Ну, к хорошему быстро привыкаешь, правильно? Так, у нас этот контролер где должен быть? Или кто? Ну, выше. Мы еще по лестнице должны вверх подняться, убить там военных. И уже он будет, короче... Опа, тут кто-то подгрузился, собственно. Короче, перед подъемом наверх. Вот там будет контролер. Блин, сколько лет прошло, а сюжет я помню хорошо. Процентов 75. 80, помню, где что было. Нет. А, ну, значит, может, другого старта. Я предлагаю посмотреть, что в том туннеле, где электро. Андрей, вот сейчас иди осторожно вперед. Вот там лестница винтовая наверх. Там военных сверху, до черта. Наверное, они там и остались. А, вот видишь, это говорит. Аккуратно! Ни хера не шью. Блин! Вон, живой? Да, живой. Так, ну один у нас. Так, еще минус один. Угу. Но это, мне кажется, уже подъем, это самое. Андрей, внимательно смотри на дверь. Я помню, что вот раньше там туда, там еще есть военные. И, возможно, они за вот это вот проход. Да, по-моему, мы всех убили. Там около трех человек подгрузилось. Давай этих пролутаем, вот этих товарищей. Кстати, после этого прохода очень осторожно, там дальше будет контролер. Я тебе правильно сказал, вот тут военные будут, а вот там будет контролер. Так, у меня пока полезники. А у нас гранат нету, да? Ага, нет. Смотри, абакан. Или что? Не абакан, нет. У тебя нормальный автомат? Смотри, вот тут, по-моему, у них получше есть. Вот этот. Смотри, вот, смотри, поднять предмет, у тебя по левой ногой. Вот. Подними вот этот автомат. Слышишь? Вот. Мне кажется, он в лучшем состоянии. Ну, а вот я сейчас выбросил калаши лишние. У меня нормальный цивильный автомат сейчас.
Тебе надо аптечку? Ну, у меня блин есть, аптечку нету. На, вот, вот бери. Понял, принял, взял. А вот там говорит, все, начинается зона риска, вот в этом коридорчике по сюжету жил контролер. Если я военных угадал, ну как ты угадал, знаю по сюжету, то здесь будет контролер. Нормально, да. тут похоже, нету, тут нет, перекрыто. А-а-а, так а о чем мы туда, не пройдем даже? Наверное, да. Да давай этот, проверим, там где вот это электро. Я ж не знаю, что там. Не зря она там такая опасна. Но там может быть, да. О, мне кажется, знаешь, что в электро ходить по одному пытаться. Если кто-то умрет, то он сможет забрать хабар товарища и отдать его потом. А если мы вдвоем ляжем, то сразу. Нет. Понимаешь? Как таковой там самой электри-то, по-моему, нету. Мы же общались с разработчиком. Я заглядывал, а что там что-то передвигалось, какая-то аномалия была. Подсоленка такая, знаешь? Что-то там было, Андрей. Блин, ну с контролерами мы решили, да, вопрос? Не сразу, но... А ты где? Ты впереди уже все вижу. Блин, мне не туда сверну. Не тот поворот. Ну, она ли подсоединился, так пытался кто-то к нам присоединиться в игру. Наверное. Погоди, ты что, Андрей, тут все правильно и туда надо идти. Вот, а, это... фу, блин. Это лестница винтовая. Мы спускались вниз сюда, от пугала. Все правильно ты шел. Ладно, я бы в сюжетку давно не играл. Да? Да. А это знаешь, это ты перезарядился. Ностальгирую и бывает захожу в сюжетку. Качаю, прохожу, удаляю, потом через год обратно качаю. Блин. На диске постоянно места не хватает. Не нравится мне это. Болты включи, тут уже автомат не поможет нам. Сейчас вот посмотрим. Ага, а я тебе говорю, что есть. Видишь? Так, Андрей, раз мы болим, подожди, тут нужна тактика. Если я кидаю болт, а ты в этот момент ближе туда стоишь и перепрыгиваешь. Ну жесткий. Я не знаю, Андрей. Мне кажется, у нас даже тут научные костюмы нужны или сева, блин, что-то такое. Они здесь аномалии работают по КД очень быстро. А впереди они густо. Это мы сдохнем там, мы не пройдем. Короче, у нас подземка агропрома без нареканий, без багов. Ронжил шоу, да, подземка, кстати, да, хорошо себя показала. Багов никаких не было. Так. А разработчик еще делает ее, агропром? Она не закончена? Не, агропром-то, по-моему, закончен. Так, где я тут оказался? А, вот тут, да, понял. Сейчас мы вот таким, по такому принципу узнаем. Не, агропром нормально, кстати, вообще ни одного мага не было. Хуть-хуть-ку, но все четенько. Не воздержался бы от спавнину, если был бы. Я бы чисто ради интереса, мне хотелось бы заспавнить себе наушник или севу. Ну, батареек, артов, естественно, на поезд повесить штуки 4. И пройти тот коридор. Что там будет? Вот меня волнует, что. Ну, я, кстати, понимаю... насчет сюжета. Вот та самая группа военных, которую сюда послали. И вот тот разведчик из группы Крота. Ну да. Который Лис говорил. Да, насчет сюжета.
Я просто интересует, меня заинтриговал он тот туннель с аномалией. Что там есть, если пройти? Куда столько патронов? Патронов, кабакан, класс. Да, тебе уже хватит. Ну и что мы тут дальше будем делать, если мы без костюма там мы не пройдем? Да туда, значит, и не надо. Не надо. Знаешь, дальше? Мне как, да. Разработчики мне сказали, я говорю, там мне этот сталкер говорит, покажи, помоги мне, говорит, мужик. И сталкеры между собой стреляются. Я говорю, с кем тебе помочь? Они мне говорят, не обращай, Андрей, внимания, иди дальше к кроту. Вот, так что идем дальше. Все. Вот я, почему я ожидаю, что тайник стрелка все-таки будет рабочий, а костюм-то там, а кстати, я не помню, по-моему, был наушник или что-то такое бы. И за счет него можно было бы попытаться пройти тот туннель. Не, там просто модернизированная это была, блин, как, скажи, я скажу. А вот кстати, этот самый-то туннель. Блин, рюкзачок. Ну он пустой. Кажется, мы тут не пройдем, тут вот эта вот херня. Да. Там нет, это магнитол толку нету, вообще не электро, чтобы ее разрядить и в этот момент перепрыгнуть. Я даже от испуга аптечку залутал. А я не знал, как чудом проскользнул даже без повреждений. А вот еще, Андрей. Вот этот туннель, глянь. Вот смотри, где я. Видишь, вон там сейчас эти электро. Это если бы от. Не туда дальше, ты че? Это убьет. Это просто, если бы мы там прошли, вот из этой горы. Альтернативный маршрут. Да, безопасный, из этой вроде горы, как. Мы бы сейчас. А что ты вперед не пошел наверх? А да, это откидывает вниз. А, да, да, согласен. Ну знаешь, как по мне, так проще 4 кровососов и 8 военных убить. Ну, просто тактика. Да. Так. Идем тогда туда, на эту лестницу. Куда уход уже? И это что, получается, мы полностью прошли подземелье Агропрома? Ну, получается так, сейчас поднимемся. Если нас никуда не откинет, то... Даже это, даже легко как-то, согласись, ну, кроме кровососов, конечно. Или я ошибаюсь, возможно. Может быть, специально, знаешь, раз придумал так, чтобы типа расслабились. Ну, не знаю. Я бы в одного бы, знаешь, сколько бы умирал с этими кровососами. Так, а ты где? Ты куда пошел-то? А, ты туда, вот. Туда, вижу, я вот маркер вижу. Так, вот тут. Кстати, карта интуитивно разработана, вот разработчику отдельная. Спасибо за вот такую мини-карту, особенно в подземелье. Все ясно, понятно, напарника видно хорошо, проблем нет. Согласен, Андрей? Карта работает хорошо. От карты много зависит. Ты на рыбную саланку играл, вот если ты играл и попал там, а там пещеру проходить надо обязательно. Вот там жопа там, да. Но... Помнишь на рыбную саланку? Помнишь, там как в пещере подгорало? Там вроде карта есть, но она настолько тупо сделана, что... Да, блин, это чертовы лабиринты, вообще их ненавижу. Да. Но вроде бы в последней версии солянки, вроде бы там это дело они поправили. Но они уже занимались, вообще люди игроки сгаловались, вроде как они это пофиксили. И меня куда-то грузит. И меня тоже. Ну это, наверное, темная долина. Походу. Ну, для темной долины, конечно, костюмчики хорошо бы.
Да там нет.